Торжественное вручение дипломов – большое событие для самих учащихся, их родителей и, конечно, сотрудников колледжа. И хотя каждый год из стен учебного заведения выходят готовые к работе специалисты, момент этот все равно остается по-прежнему трогательным и волнующим. А в адрес нынешних выпускников не раз прозвучало слово «особенные», и это не случайно. Вы выходите в жизнь после принятия нового закона об образовании. Вы завершаете обучение по новым образовательным стандартам. У вас даже диплом, который вы получите, он тоже нового образца. И он у вас первый. Пойдут за вами следующие с такими же дипломами, но вы все равно первые. По традиции, первыми дипломы красного цвета были вручены отличникам. Заветная корочка дает возможность выпускникам как поступить на работу по полученной специальности, так и продолжить образование уже в высшей школе. Проблем с трудоустройством у ребят не возникает. Многие из них после прохождения практики уже знают, где будут работать. Я получил опыт и умение работать в трудных ситуациях, не отвлекаться на посторонние вещи и сосредоточиться на своей цели. Хотелось бы, конечно, свой ресторан открыть. Причем не обычный, а полуресторан, полутеатр. Судя по тому, как охотно работодатели берут новоиспеченных специалистов, сфера услуг города, очевидно, пополнилась достойными мастерами. Ольга Курганская, Игорь Бероев. Новости дня.